Сейчас будет сыграно первый раз, эксклюзивно для вас первый раз, два совершенно новых произведения. 9 и 10 мы, соответственно. Первое оно будет немножко по любовь, немножко про Италию. Тут довольно много текста, поэтому я буду читать. Буду читать рэп. У вас есть зажигалки, нет? Типа там траурно, грустно, вот это все типа. Девочек.
ребят. Удачи. Ебать, летал! Да. И сейчас следующая песня, которая называется «Во время и после». Yeah!